Первое предложение Чажингина, как известно, касается создания в Карелии однопалатного профессионального парламента, более дешевого и работоспособного, чем нынешний, состоящий из 61 депутата. Достаточно странная ситуация складывается, когда город Москва, в котором 7 миллионов населения проживает, имеет однопалатный парламент 35 человек на постоянной основе и ничего справляются. Естественно, идея вызвала негативное отношение у присутствующих депутатов Палаты представителей, которым, собственно, и предлагается самоликвидироваться при будущих выборах через 4 года. Население нашей республики – это не простая, не Москва, там, значит, или Петербург. Оставить без депутатов – это тоже, значит, никакого тут демократизма, никакого тут, значит, я не вижу в этом деле. Завтра эта поправка будет внесена на рассмотрение Палаты представителей, и, учитывая негативное отношение комитета к ней сегодня, судьбу голосования предсказать нетрудно. Иная судьба может ожидать другую поправку Чажингина об упрощении процедуры импичмента председателя правительства и отставки Кабинета министров республики. Она пришлась членам Конституционного комитета по душе, и по ней вынесен одобрительный вердикт.